Сегодня, ребята, я хочу с вами поделиться одной новогодней притчей о белом цветке. Была у одного народа примета. Тот, кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог удержаться на ней. Но каждый Новый год находились смельчаки, которые пытались залезть на гору. Однажды три друга тоже решились попытать счастье. Перед тем, как идти на гору, зашли друзья к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8 раз», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках. «Разве ты не падал?» – спросили его друзья. «Падал. Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», – ответил юноша. «Почему же ты не бросил все?» – удивились друзья. «Перед тем, как идти на гору, я научился падать», – засмеялся юноша. «Нет, он научился не падать, а подниматься», – сказал мудрец, услышав этот разговор.